Всем доброго времени суток. Представляю перед вами автомобиль. Это у нас Лада Калина в кузове Универсал 2010 года выпуска. У автомобиля всего лишь два владельца, и автомобиль оснащен мотором 1,6 литра на механической, конечно, коробке передач. Так, приятное техническое состояние. Также в комплекте есть летние колеса, лежат в багажнике. Пойдемте посмотрим. Открываем мы с вами багажничек. Здесь у нас с вами летние колеса. Резина, в принципе, еще такая, очень даже добрая. Протектор хороший. Ну и, в принципе, резина здесь в багажнике. Здесь у нас с вами вот такой вот салончик. Спереди у нас с вами вот такой вот салончик. Так, передняя панель, все будет хорошо. Так, пробежимся по комплектации. У нас вот тут такие вот динамики установлены, симпатичные. Непонятно, что за фирма. Сеточки от них нет. Так, магнитолка Пионер в комплекте. Два ключа, блок сигналки. Так, так, так. И пробег на автомобиле 162 тысячи километров. Итак, значит, вот такая вот Лада Калина в кузове Универсал на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Приезжайте к нам на осмотр. Вместе с вами заведем, прокатимся. Понравится, если вам машина, прямо же здесь можете ее приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.